Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «Гаряча лінія», я Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Володимир Тимошенко, голова правління благодійної організації «Миколаївський центр соціальної реабілітації відновлення» та Олександр Притула, волонтер «Миколаївського центру соціальної реабілітації відновлення». Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як створилася організація, коли саме і за яких умов? Організація наша бере початок у 2004 році, в масштабах нашої країни, це вже дуже довго. Ось. І ми займалися, в нашій організації були люди, які самі пройшли нелегкий шлях в цьому житті. І потім у них просто появилось таке желання допомагати таким же самим людям. От. І, в принципі, ми самоорганізувались і започаткували цю організацію. Взагалі, а скільки спочатку було членів вашої організації, а скільки на даний час? Спочатку у нас було небагато, 3-4 чоловіка, потім у нас було більше, але і на сьогодні у нас не так багато, ми не стремимося к численному росту нашої організації, нас 50 чоловік десь на даний момент, і волонтерів ще десь стільки ж, тобто це ті люди, які ми, скажімо так, допомогли, и которые на сегодняшний день также помогают нам в нашей организации и помощи другим людям. То есть за 13 лет работы вы 50 людей, можно сказать, повернули до нормального жизни? Их на самом деле больше. Это те люди, которые, скажем так, остались с нами в нашем городе и работают с нами. А их на самом деле больше. Вообще статистика у нас есть с 2004 года по сегодняшний день. Около 1500 человек прошло через наш центр реабилитации, которым мы оказали помощь. Не все, естественно, они, скажем так, изменились, жизнь их изменилась, не все. Это около 20% всего людей, которые действительно, они жизнь их изменилась. Вот. Остальные, к сожалению, нет. И многие люди у нас были из других городов, поэтому они не остались в Николаеве, но они также с нами созваниваются, мы поддерживаем связь. Взагалі, какие основные виды деятельности вашей организации? Основні види діяльності – це соціальна реабілітація алко-наркозалежних, соціальна реабілітація осіб, вийшовших з місць лишення свободи, особи без визначеного місця проживання, особи, які потребують сторонньої допомоги, та без визначеного місця проживання. Тобто, немножко різні речі. В останнє час, вже після останніх подій в нашій країні, це війна, АТО, у нас также мы работаем еще с такими категориями людей, как АТОшники и внутренне перемещенные особи. То есть люди, которые с Донбасса, с Крыма, у которых которым некуда деться, у которых возникли некоторые проблемы, мы помогаем им с жильем, с документами и так далее. Взагалі, ви як соціальний благодійник міста, яка ситуація наразі в Миколаєві з соціальною роботою, соціальною політикою міста? Я могу сказать некоторые моменты, которые, с которыми я сталкиваюсь, и которые я вижу, что в нашем городе происходит. Это в процессе работы мы сталкиваемся с тем, что есть категории людей, которых некуда деть. У нас нет в городе таких заведений. Это хоспис, это проблема, это любой, в принципе, медик, главврач любой больницы, он поддержит 100%, поднимет руки, скажет «да, я за». Это хоспис, то есть у нас нет заведения хосписа. Что это такое? Хоспис – это такое заведение, где люди, так попросту говоря, я не буду вдаваться в подробности, доживают свои часы, может быть, дни. То есть люди, у которых есть смертельный диагноз, они точно уже знают, что они умрут какой-то период, может, кому-то неделя, кому-то месяц, кому-то, еще какой-то срок, но они точно умрут, и эта болезнь, она еще мучительная. И вот есть такие медицинские учреждения, как хосписы, и за ними смотрят, за этими людьми, и они умирают не в муках, скажем так, и в нормальных каких-то условиях, если у них, конечно, нет родственников, допустим. Хотя есть и те, у которых есть родственники, но они по каким-то причинам не могут за этими людьми смотреть, досматривать последние дни жизни. Вот такой вот хоспис, так образно говоря. Потом у нас в городе нет также, не было до последнего момента, мы сейчас взяли эту функцию в городе, как центра реабилитации для женок. То есть для женок у нас вообще нет никакого заведения на данный момент. То есть бездомные женки. Потом такое есть понятие, как за границей называется, это шелтеры.
Это такие центра реабилитации для женщин, которые оказались в каких-то затруднительных ситуациях, для женщин, которые пострадали от торговли людьми, рабства, женщины, которые, які відмовились від новонародженої, вірніше, мають намір відмовитись від новонародженої дитини. І для таких от людей, для тих жінок, є такі заведення на Западі, вони розпространені, вони в основному знаходяться за городом, де-то, щоб ніхто не знав, як би не мог, ну, допустим, тот муж, який занимался избиением, да, своей жены, чтобы он как-то, ну, не знал, где жена находится, и они находятся какое-то время в этом приюте, да. С ними работают социальные работники, психологи, и как бы помогают им выйти из этого состояния, как-то немножко окрепнуть, собраться с мыслями. Вот. И вот такое вот заведение у нас тоже в городе нету. Мы сейчас выполняем функцию какую? Часть. То есть мы сейчас берем женки, которые без визначеного місця проживання. Потім у нас ще є категорії, як жінки без визначеного місця проживання, які потребують сторонньої допомоги. Тобто це жінка-інвалід, але у неї немає підтвердження, тобто у неї немає документів, у неї немає статусу інваліда, але по факту вона інвалід, у неї є якісь вади, да, але нічим це не підтверджено, немає документів, немає виплат, немає паспорта, немає нічого. И то есть вот такие вот женщины. Плюс есть инвалиды, то есть те, у которых есть инвалидность, есть подтверждение этому. Вот такие вот как бы категории у нас. Вот, то есть вот эту часть мы взяли на себя. На мой взгляд, еще какие проблемы есть? Это центры реабилитации для алко-наркозависимой молодежи. То есть они, в принципе, существуют не один в нашем городе, но они больше как на общественных началах, как общественные организации, какие-то благодійні, релігійні и так далее. То есть их на самом деле хватает, но нет систематизации системной работы в этом направлении. Потому что мы все знаем прекрасно, что чем славится наш город. К сожалению, уже не судостроением, к сожалению, давно, да. Вот. Я когда-то, когда я учился в Одессе, и когда-то я когда на первом курсе был, да, и у нас как бы мы знакомились там с ребятами, там были со всей Украины, там не только иностранцы, многие это не спрашивают, откуда, с кого ты города. И вот как мы когда говорим о городе с Николаем, у всех вот такие глаза, они Нарколаев, или то есть для них такое, ну, такое отношение к нашему городу было не совсем хорошее. И вот мне как тогда еще коснулась как-то это, ну, вот эта вот тема, что ну неужели наш город хуже какие-то там Херсон, Одессы там. И меня тогда это уже цепляло, как бы я и до сих пор я хочу что-то сделать, чтобы вот этот вот статус Нарколаева, он, ну, разрушился, закончился в нашем городе, чтобы при слове, когда я говорю, что я с Николаева, чтобы у людей были ассоциации совсем другие. Вот мне хочется как бы в этом направлении как-то что-то сделать. Щодо вашого центру, взагалі, скільки він існує, де саме він існує, і як вдалося його, ну, цей проект, можна так сказати, реалізувати в життя? Мы находимся в районе Большой Коренихи, это бывший пионерлагерь Тимуровец. Находимся мы там с 2004 года, уже довольно-таки давно. И мы существуем за счет добровольных пожертвований. И в 2016 году, впервые в истории нашего, как бы нашей организации, мы выиграли конкурс социального замовлення с департаментом социального захисту міста Миколаєва і на виконання соціальних послуг. І з 2016 року ми реалізуємо цей проєкт. От вже, ну, второй раз подряд, от в 2017 році ми опять участвовали в цьому конкурсі. І ми реалізуємо програму по реабілітації осіб без визначеного місця проживання, осіб, які потребують сторонньої допомоги, і жінок, і чоловіків. Тобто от ці категорії ми взяли, тому що для них в місті немає заведення. У нас есть такая коммунальная установка, как Центр интеграции бездомных громадян на Круговой 47, но там только мужчины. Там только мужчины, там женщин нет, у них, ну, возможности расширения как бы нету. И у них только мужчины, и ограничена кількість ліжкомісць. Поэтому мы часть работы взяли на себя. Это жінки и, вот много я уже говорил, инвалидов в городе, которых некуда. Больницы их не могут долго держать, либо по каким-то причинам у него нет документов, чтобы его взяли, допустим, в притулок для літніх громадян, либо в притулок для инвалидов, у него нет документов. И вот этот период времени, пока он сделает документы, он, к сожалению, ему некуда просто пойти, либо улица, либо сейчас наш центр выполнять эти функции, как бы. И вот за счет этого мы
существуем. Нам помогают волонтеры, наши знакомые, которые уже за много лет мы накопили просто уже такие знакомства с людьми, которые неравнодушны к этой проблеме, которые сами когда-то были в этой проблеме, будем говорить. И сегодня они уже как бы кто-то бизнесмен, кто-то уже чем-то может помочь нам. И они помогают нам как бы и кто-то финансами, и кто-то просто какой-то продукцией. Есть бизнесмены в городе Николаеве, которые помогают не только нам, но и многим организациям подобным. Это вот Владам, наверное, знаете, да? То есть он помогает овощами, то есть продуктами. И многие-многие другие. Есть депутаты, которые в нашем городе, которые существуют в нашем городе, они также неравнодушные к этой проблеме, они также нам помогают. Ну, могу сказать, это Карцев Сергей Николаевич очень хорошо помогает нам и финансами, и как может там какими-то вещами, то есть и продуктами тоже. Ну и ряд еще много людей, которые нам помогают в этом. Взагалі, як вдалося виграти цей конкурс? Бо, як я розумію, тільки в 2016-му, коли вступила така система, як Прозоро, вдається таким невеликим, скажімо так, центрам якось вплинути і допомогти у реалізації якихось соціальних програм у місті. Смотрите, вообще закон про социальные замовлення уже існує давно. Если я не ошибаюсь, еще в 2006 году он уже был. И во многих городах в Украине эта программа уже реализовывалась. Она может быть на как бы, всеукраинском уровне, областном и городском. В нашем городе мы первая организация, которая започаткувала це как бы социальное замовлення в 2016 году. Понимаете, вдалось особо, понятно, что это как бы нелегко, это нужна база, нужен опыт, нужны сотрудники, люди, которые уже как бы опытные, да, то есть там много моментов, которые просто так с улицы, то есть ты никак не сможешь потянуть, этот замолвание. Но у нас просто уже был богатый опыт 2004 года, мы все-таки работаем. Мы давно как бы шли, потому что собственных средств и сил просто не хватало нам содержать центр, потому что это недешево все. 50 человек ежедневно просто накормить, это немалые деньги. Уже не говоря об коммунальных услугах, там, и обо всем остальном, ремонт и так далее, развитие какое-то. Поэтому мы как бы всячески просили чиновников, государства, да, как бы уже давно, очень давно мы этим занимались, чтобы как-то помочь нам. Но не было такой возможности, не было закона, которого бы помогал это сделать. Ну, мы потом нашли вот эту лазейку соцзамовлення, и мы добили и депутатов, и департамент соцзахисту, как бы работали с людьми, и мы добили, что давайте как-то это самое, что-то сделаем. И что нам помогло еще? То, что, в принципе, как бы, честно говоря, конкуренции нам в городе нету. Если бы было много людей, очередь не стоит из организаций, которые хотят помогать особым безвизначным местам проживания, почему-то так вот. Скажем так, шприцы раздать, там где-то презервативы раздать, поставить крестик, там отработали. Таких организаций много, но которые работают конкретно с живым человеком, которые круглосуточно находятся в центре и с которыми нужно каждый день работать. Таких организаций, к сожалению, как оказалось, нет. Поэтому выиграть это его уже было бы несложно. Тобто можна сказати, що ви настільки додавили місцеву владу, що вам все-таки дозволили взяти якусь функцію на себе, можна так сказати. І таким чином з місцевого бюджету виділяються кошти на розвиток і реалізацію цього проєкту взагалі. Ми просто вже за довгі роки, ми вже как бы розмовляємо, добиваємося, доводя свої якісь доводи, да, ми как бы показали власти, да, депутатам, чиновникам, что это нужный проект, нужно поддерживать таких, как мы. Потому что я знаю, что опыт других стран, да, на Западе, там социальная сфера, очень много, большой кусок этой работы отдан на самом деле вот благотворительным организациям, таким как мы, да, каким-то громадским организациям. И государство не занимается этими вещами, то есть они посчитали, что это дешевле на самом деле и проще. И такие организации, как мы, они более гибкие. Допустим, для того, чтобы на сегодняшний момент организовать такой же центр, как у нас, государство, да, даже при случае, даже есть деньги, все есть, есть желание, деньги. То есть это не так легко. Это очень большой капитал вложений,
Это нужен штат сотрудников, это, ну, много всего нужно, как бы опыт и вообще понимание, как в этой теме как бы развиваться, в какую сторону идти. То есть много всего нужно. Общественники более гибкие. Вот. Кроме того, государственные учреждения, они скованы вот этими всякими нормативами, какими-то программами, но, к сожалению, жизнь, она диктует, что нужно быть более гибкими. Смотрите, если мы там 5 лет назад или больше, мы никто даже не думали, что нам в государстве нужны будут центры для атошников, да, психологическая поддержка атошникам, переселенцы. То есть даже никто не думал, что оно надо будет когда-то. Вот, какое государство могло быть готовым к этому? Но общественники, они были готовы, они среагировали, и сегодня уже, да, там многие такие общественные деятели, они как бы идут в этом направлении, организовывают центра, какие-то допомогу, якусь психологичную, там, социальную. То есть они быстрее реагируют на эти выклики життя. Ну, так вот и мы. Таке питання. Взагалі, ваш центр, яка матеріально-технічна база його? За стільки років роботи, я гадаю, що там вже все ок. Чи є якісь проблеми? Взагалі, яка ситуація на даний час і які проблеми? К сожалению, у нас ще не все ок, тому що ми всі ці роки ми існували за счет, ну, по суті діла, своїх собственних средств, волонтерів, якісь пожертвування, то есть помощи. Ні копійки з бюджету ми ніколи не отримували, хоча стучались кожен рік, просили навіть не гроші, а ми просили якісь елементарні речі, да, там, кровати, постелі, то, що нуждається наш центр. Ну, к сожалению, мы не получали этого. Ну, вот последний год-два, да, как-то уже пошел прорыв в этом направлении, и как бы нам начали идти навстречу, как-то помогать. Материально-техническая база у нас есть корпус, спальный корпус трехэтажный. Он заселен только 2 этажа. Третий этаж мы еще не заселяли. Почему? Потому что нет средств его, ну, довести до ладу. И второе, у нас была проблема с крышей. Крыша – это дорогое удовольствие. Мы не могли собрать никаких средств, чтобы его отремонтировать. Город тоже нам, ну, не давал до этого деньги. Но в прошлом году мы к зиме своими средствами, силами мы все-таки сделали ремонт крыши этой. На сегодняшний день она, можно сказать, ну, остались там некоторые недоделки, но мы в этом году уже дочиним, и она, крыша у нас будет. То есть мы уже будем делать третий этаж, чтобы заселять его тоже людьми нуждающимися. У нас также есть подсобное хозяйство, ну, такую огромную часть питания, которое у нас есть в центре, это мы, по сути дела, выращиваем сами. У нас молоко, у нас мясо свое, у нас есть куры, свиньи, коровы, и дойные, и телята, и овцы есть. То есть, что касается питания, у нас с этим налажено дело. Подсобное хозяйство. У нас есть мастерские, где мы также там какие-то, ну, то, что нам надо по хозяйству, допустим, делаем, да. У нас, ну, это территория бывшего пионерлагеря, поэтому там еще с пионерлагеря, с тех советских времен остались там площадки футбольные, там летняя сцена, как бы, ну, есть какие-то строения, которые мы также используем в нашей реабилитационной деятельности. Хто саме у вас працює? Скільки загалом працівників у цьому центрі і хто саме працює? У нас штат сотрудников – это 10 человек. Працює психофахівці, соціальні работники, психологи, ну, бухгалтер, водитель. Такі от, как би. Як я розумію, Олександр, ви волонтер. Взагалі, Олександр, як сталося так, що ви потрапили в центр і за якою причиною? Я употребил наркотики в течение 10 лет. Приехал в город Николаев, прошел реабилитацию. Сейчас нахожусь в центре реабилитации третий год в качестве волонтера. Помогаю людям, такие, которые приходят с такими же проблемами. Ну, всеми категориями людей, которыми мы занимаемся, я им всем помогаю. Помогаю, чем могу. Взагалі, скільки тривало ваше, ну, як процес лікування ваш сам? Ну, год я находился на реабилитации. После года я уехал назад к своим родственникам, а потом решил снова приехать. В один момент мы ехали навещать одну семью, потеряли помогать продуктами. Я получил мысль такую, что я хочу этим заниматься, что я хочу помогать людям, быть социальным работником. Вот так. Пока, ну, я благодаря этому центру я поступил в университет имени Богдана Хмельницкого в городе Черкас по профессии социальный противник справового захисту. Что хочу сказать об этом социальном центре?
Ну, в первую очередь здесь надо иметь посвящение, чтобы работать в социальном центре. Потому что без посвящения миллионов там не заработаешь, это я вам точно говорю. А работать с таким контингентом, как у нас, приезжают бомжи, немытые, грязные, вонючие, иногда даже с бодуна, пьяные, нехорошими словами обзывают. Потому что бомжи и бездомные – это на самом деле самые гордые люди. С ними очень тяжело работать. Наркоманы так же само приходят. Знаете, все пытаются со своими правилами прийти в чужой монастырь. Все пытаются жить по старым правилам. А когда им начинаешь объяснять, что так неправильно жить, они начинают становиться в позу. Ну, тяжело. Який найважчий випадок в вашій роботі був? Ну, це коли в один день привезли 5 інвалідів. 5 інвалідів, безхатченки, інваліди. Некоторі були без ног, некоторі без рук. У одного даже в рані були, загноїлись рани, там були не черви, а як. Ну, там уже почав відбуватися гнойний абцес. Как понимаете, ну, в городе ни одна больница нас не принимает. Мы когда едем туда, везем на своих автомобилях этих больных, приезжаем в больницу, они говорят, мы вас не примем. Покажите нам прописку, ну, покажите нам, откуда этот человек. Это, ну, такими людьми не хотят заниматься, понимаете? Я вам серьезно говорю, ну, это надо иметь большое сердце, чтобы заниматься такими людьми. А взагалі своим, ну, підопічним, підлеглим, ви ставите себе в приклад? Тому що ви 10 років вживали наркотики, ну, і змогли себе реалізувати в житті, навіть поступили в університет, навчаєтесь і продовжуєте волонтерську діяльність у цьому, да. У цьому плані. Ну, лідер, на самом деле, он лідер, он должен своїм приміром показувати. Я ж не говорю, наприклад, ви привозять бомжа, я ж не говорю, пойдіть його помойте. Я в першу чергу сам організовуюсь і йду його мити. Иду, набираю ему постельное белье, иду ему, набираю одежду. Договариваюсь, ну, не договариваюсь, а, и, например, приезжаю тут 4 часа, уже обед закончился. Это мне надо найти на него еду, потому что у нас рассчитано. Я зрозуміла. Таке питання, Володимире, до вас. Взагалі, як можливо до вас потрапити, які люди до вас потрапляють, і як можливо до вас потрапити, можливо, хтось нас зараз дивиться і хотів би потрапити до вас? К нам можно попасть, в принципе, разными способами. У нас есть сайт, адрес сайта. У нас, в принципе, есть в некоторых учреждениях города социальных, да, наш адрес также с нашими координатами, телефонами. И к нам попадают абсолютно по-разному. Кто-то по звонку, кто-то просто на улице, потому что мы выполняем еще социальное патрулирование на улицах места. И очень часто мы привозим наш центр пациентов как раз с улиц. Вот. Кто-то в газете прочитал объявление, кто-то просто знакомый какой-то сказал, вот, то есть по-разному. Если у кого-то есть какие-то проблемы, можете обращаться к нам. Велике дякую, що ви до нас завітали. Дякую вам, що ви змогли розібратися зі своєю проблемою і стали, залишились на цьому шляху, залишились волонтером у цьому центрі. Я бажаю, щоб ваш центр процвітав, щоб побільше таких добрих людей, які могли би вам і фінансово, і матеріально допомогти у цьому плані. Я з вами прощаюся, як і з нашими глядачами. Дивіться нас, залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення.